Здравствуйте, моя семья и моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединились, всем здравствуйте. И, девчоночки, большое спасибо вам за поддержку моральную, за то, что вы пишете добрые комментарии. Естественно, плохих у нас не будет, мы удаляем. У меня есть цензор, который с этим работает, потому что это островок любви, благословения. Я хочу как можно больше дать благословение своей семье, а также и присоединившейся ко мне интернет-семье. Да, Евгения вот мне написала с Ямала. Евгения, здравствуйте. И я вам отвечу сразу. Вы пишете про катаракту. Вы знаете, у меня есть видео, где сделали операцию моей подруге матери. Поищите там, и вы увидите. Ей успешно сделали операцию. Вот, она стала видеть. Но, кроме того, конечно, подкрепляйте свои глазки, кушайте правильно, питайтесь, все у вас будет хорошо, а я буду молиться со своей стороны. Я рада, что вы присоединились. Я Евгения из Украины. Вот, так что, ну, чтобы вы знали. Вы спрашивали, откуда я. Теперь, я сейчас сделаю биодобавку. Дорогие мои, это изумительная биодобавка. В ней практически есть все необходимое, как говорится, для жизни. Ее можно добавлять как в кашу, так и в печености, в сладости, так и в бульоны. Куда только и как только. Что сюда входит? Ну, во-первых, сюда вот я кладу кунжут. Как я делаю? Я добавляю, высыпаю свою кофемолочку, кунжут, все один к одному. Можно чего-то больше, чего-то меньше. Вот я засыпала кунжут, видите? Почему я использую кунжут? Потому что он благотворно влияет на качество крови. Что такое кровь для нас? Кровь – это просто, это ваш бензин, на чем вы работаете. И от качества крови зависит абсолютно все. Вот абсолютно все. Вот все органы, иммунитет, зрение, абсолютно все. Вы знаете, в кунжуте рекордная концентрация кальция. Я хочу, чтобы вы это знали. Я хочу, чтобы вы знали, что там калий, медь, железо, марганец, цинк, магний, фосфор, селен, натрий. Что такое? Это же изумительный, изумительный такой вот... Такое созвучие, изумительное. Дефицит любого из них ведь негативно сказывается на нашем самочувствии. Что есть там еще? Там есть фитоэстрогены, лигнаны. Это особая ценность. Они защищают мужчин и женщин от риска онкологических заболеваний. Что еще есть в кунжуте? Да важные аминокислоты есть. А еще есть триптофан в организме человека, он преобразуется в серотонин, так? Скажем так, улучшающий эмоциональное состояние человека. Кроме этого, триптофан снижает тягу к алкоголю. Вот если вы хотите кому-то снизить тягу к алкоголю, а чтобы лучше, чтобы вообще она не появлялась, вот чаще в большом количестве употребляйте кунжут и кладите кунжут везде, где только можно. Что я, в принципе, и делаю. Потому что я беру... Это не от себя самой, я беру это мудрость от Бога. Господь Бог меня направляет и как-то говорит, смотри, учись мудрости. Но также Он говорит, а со мной Он говорит через Библию. Там везде все это так вот. Прямо учись мудрости, Катя. Я учусь у мудрых людей, например, у японцев. Они везде кладут кунжут. Как они выглядят? Изумительно, изумительно. Поэтому, конечно, я это беру. Теперь у кого... Кстати, он еще называется сезам. И у кого сахарный диабет, избыточный вес, это снижает артериальное давление, это, я вам скажу, стабилизирует уровень глюкозы в крови, улучшает обмен веществ. Так что просто уникальная, уникальная вещь. И причем в нем же еще масло есть. Почему я делаю так много? Я делаю, потому что мне надо на всю неделю. За неделю у меня как раз вот такое количество. Дальше я беру лен. Ну, лен это... Добавляю сюда же, показываю вам, сюда же. И я, лен это обволакивающее для желудка,
для того, чтобы выводить все, что не нужно, также холестерин понижать. В общем, лен мне очень нужен, он очень полезен и даже является легким слабительным. Поэтому я его употребляю. Так, ну для мозга мы знаем. Для мозга это я добавляю грецкий орех. Грецкого ореха у меня много, 11 деревьев, поэтому я его активно употребляю зимой, осенью. Вот как раз ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Это у меня везде, если вы заметили, я везде бросаю грецкий орех. Так, дальше мы добавляем что? Тыквенные семена, это протеин. Я говорила про вам, что это высококачественный протеин. Самая мощная вещь для наших мышц, для кровеносных сосудов. А еще именно вот такие семена в зеленой оболочке. Именно в зеленой оболочке, девочки, эти семена, они хорошо выводят глистов. И всю-всю-всю такую нечисть из организма. Мне еще нравится... Знаете, тыква почему? Потому что тыквенные семена, это источник, главный минерал мужского здоровья, цинк находится здесь. И женского также, да? Вы знаете, что еще? Цинк помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин и способен уравновешивать сахар в крови. Так что имейте это в виду. А еще что я хочу сказать, что избыточный вес, он в определенной степени связан с недостатками цинка. Вот здесь его очень много, поэтому возьмите это себе на заметку. Еще знаете, что я скажу? Что кукурбитин, вот такое интересное название, находится вот именно в зеленой части семени. Это именно благодаря вот этому кукурбитину уходит вся внутренняя живность, которая пожирает нас изнутри, и мы об этом даже не знаем. Мы думаем, что вот, и, кстати, они же могут вызвать страшные заболевания, такие как, например, рак. Тоже. Поэтому это прогонять надо бесконечно. Никогда не останавливайтесь. Всегда добавляйте семена. Кстати, мука из семян тыквы, она должна... зеленый оттенок иметь. Вот как она у меня здесь также и имеет. Зеленый. Но ей белый оттенок дает кунжут белый. Я вот его использую. Так что для детей просто необходимо. Потому что, вы сами понимаете, мышцы, кровь, все это. А это уникальное, прямо, я скажу так, высококачественный протеин. Потому что, когда вы покупаете что-то, вы не знаете, что вы покупаете. Там протеина чуть-чуть и куча муки. И упаковано красиво, в хорошей упаковочке. Вы идете, покупаете, тратите кучу денег. Причем вы не знаете, сколько, когда это было выпущено. Хоть мало ли что написано на коробочках. Я сейчас в это все не верю. Тем более, что все это можно сделать самим. Вот это все я перемалываю. Так, сейчас, секундочку. Вот такая вот у меня биодобавка. Так, или можно сказать, как приправа, да? Любая приправа является БАДом. Если это натуральная приправа, сделанная ванной. Если вы знаете, что там. Я знаю, что мне сейчас будут писать. Мне будут писать, если вы раздробили семена кунжута или льна, или еще ничего никуда не уходит. Все вот здесь остается. Вот никуда ничего не уйдет. Я вас просто уверяю. Все останется здесь у меня. Никуда я это не уберу. Вот только в баночку и закрою плотно. Теперь я хочу вам... Вот так вот я наполняю баночки. У меня вот такая баночка уходит на неделю. Я... Куда добавляю? Например, вот мне хочется бульон. Посмотрите. Вот это вот куриный бульон. Желтенький, хорошенький. Там вот от тыквы плавает, от морковки, еще от чего-то. Ну, я целиком вывариваю все там, а потом уже на терке тру или делаю кремовые супчики. Ну, допустим, если хочется бульона, да? Вот я беру бульон тепленький, да? Хорошо тепленький. В него кладу. Ну, вот мне лень что-то туда добавлять. Я не хочу. Я вот так вот добавляю ложку, одну ложку вот этой смеси изумительной.
Вы знаете, мало того, что вкус прекрасный, прекрасный, вообще не испортит вам вкус, еще и полезность. Вот все, вот здесь есть все, все, что нужно. Очень вкусно. И вот таким вот образом вы получаете все важные микроэлементы, минеральные вещества. Также здесь витамины, омега-3, омега-6 и так далее. Если завтрак, вот у вас завтрак, к примеру, да, запарила овсянку. Овсянка, сыр, овсянка. И сюда я высыпала в теплую кашку вот эти все семена. Все, одну ложку. А вы же знаете, здесь и грецкий орешек, и все-все-все. Ваш ребенок утречком съел, ну, немножко, конечно, нужно вздобрить плеядой масел, любые масла, какие вы хотите, какие вы любите, добавьте. И все. Немножко сольки. Если вы сладкую делаете, пожалуйста, делайте сладкую. Это и для сладости пойдет. Ведь это как бы орехово-зерновая масса. Изумительная. Где вы такую прелесть купите? Нигде. Только если сами сделаете. Вот если вы регулярно будете это употреблять, вы в течение месяца увидите, как блестит ваша кожа. Цвет лица как улучшается. Это никогда не поздно. Вот что самое главное. Вы начнете просто омолаживать свой организм, да, продлевать себе жизнь. Мы же не знаем, сколько нам отмерено, но с мудростью Господь Бог любит мудрых. Нам отмерено больше. Вообще всегда с мудростью отмерено больше. Если вы, ну я доказываю это легко, если вы невнимательны и подходите ко всему немудро, например, переходите дорогу и вы делаете немудро, вы не смотрите ни налево, не потом направо. Вы просто идете и спешите. Я спешу, да? Но это же пешеходный переход, они должны остановиться. Я спешу, я бегу, мне некогда повернуть головы к качан. На самом деле, дорогие мои девчонки, мальчишки, вы делаете немудро, и здесь, конечно, может быть несчастье. Если вы делаете мудро, вы подходите, переходите дорогу, посмотрели налево, внимательно, внимательно, на всякий случай еще раз посмотрите, а вдруг не досмотрели. А дальше идете, потом посмотрели направо. Все. Ну и чтобы зрение было хорошее, для этого тоже нужно вот это употреблять. Евгения из Ямала, возьмите себе на заметочку. Большое вам спасибо за доброе-доброе письмо. Дай Бог вам здоровья. Я, Евгения, молюсь за ваше зрение, за ваши глазки, так же, как я молюсь за всю свою интернет-семью. Вся моя интернет-семья – это те, кто подписался. Я очень часто смотрю на своих подписчиков. У меня есть специальная кнопочка, куда мы все блогеры нажимаем и смотрим, кто подписался сегодня, вчера. Я ставлю руки, начинаю молиться о благодати во всех сферах жизни. Начиная с здоровья, заканчивая даже и материальными ценностями. Вот так. Так я молюсь и о своих близких, о своих родных, и также и о своей интернет-семье. Ну, а в воскресенье у нас большая молитва. Церковь и наши души как бы воссоединяются воедино. Представляете, как там? И также за всех молюсь. Мысленно как бы делаю, обнимаю всех, всю свою семью и свою интернет-семью. И отдаю хвалу Богу, и также молюсь за вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Не болейте, молодейте. С такой смесью вы будете всегда здоровы. Ну и не забывайте о зеленых овощах и каротиноидах оранжевых. Не забывайте о красных ягодах, потому что это также кровь. Вот. И поменьше кушайте жареного. А лучше вообще отказаться от жареного. Жизнь прекрасна без жареного. Откажитесь от картошки, сейчас она уже опасна. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.